иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Совсем ничего. Или какой вот смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? И непонятно, то ли жизнь всегда была такой бессмысленной, а ты просто не замечал этого. То ли смысл был, но куда-то затерялся.